Всем привет, ребята! Вы на канале Ящерка Экзотики. Это пятая серия игры в Actual Wolf. Так, в общем... Да, меня напали что-то на муравьи. Убили моих листорозавров. И это видео постановление. А, кстати, я еще оставил где-то бедок. Где-то здесь бедок я оставил. Ну там вот я оставил бедок, мне кажется. Вот там ходит хищник, мне с ним еще рано связываться. А это Дирма, фудончик. Мне тут осталось 2 кусочка мяска, рыбки. А Дирма сильный. Что, я его, надеюсь, его укусил? Нет. За мной. Блин. Ребята, там барионик сходит. Он уже до речки дошел. Короче, ребята. Здесь. Кстати, бедок у меня есть. Так, еще один бедок чуть сделаем, ребят. Мной. За мной. Здесь просто тупо компи здесь ходили. Вот здесь вот будет мой домик, ребята. Стоп. Такое вот короткое видео у меня получилось. Здесь я рассказала, что у меня было, как. И это 6-я серия по Axiom Isle. Если вам понравилось это видео, поставили лайк, подписались. Пока!